саженцы яблони, обыкновенное дерево, сад, 2, 3, 3, 4 литка яблони, 2 сорта мелба, орлинка, малас, мелба, орлинка, привлекают ценителей летних сортов. Плодовое дерево вырастает до 4 метров в высоту и активно плодоносит в августе-сентябре. В нем сочетается два вида вкусных яблок. Выглядит оригинально. Зеленая густая листва дополняется зелеными и красными плодами. Крона молодого растения имеет форму пирамиды, но со временем становится округлой. Именно поэтому культуру используют не только для сбора урожая, но также для озеленения участка. Саженцы хорошо растут и развиваются на солнце. Дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта мелба, орлинка – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола дерева сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта мелба, орлинка можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания яблони прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта мелба, орлинка в месяц май. Интересные цветы яблони могут быть до 2 см. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта мелба, орлинка имеет средний срок созревания. Плоды яблони созревают в месяце сентябрь. Форма у плода округлая. Вкус сладкий, мякоть твердая. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта мелба, орлинка, самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.